Селька, открывай! Привет, Светка. А я вот верю, что случится чудо, и я выиграю свой главный приз. Тимур, 36 лет, разведен, воспитывает сына. Давай, не тормози. Когда знакомство в сети становится реальным. Самое главное, что здесь. Когда мечта и вера в добро объединяет людей. Она красивая, образованная девушка. Я не хочу с ней встречаться. Когда коварство и лицемерие вступают в игру. Нужно спрятать ее куда-нибудь на пару дней. Тогда начинается захватывающее приключение под названием «Жизнь». Главное запомнить, никогда никого в этой жизни не бойся. Вы хоть драться-то умеете? Я так мало тебе знаю, Алексей. А где улыбка? У тебя самая божественная улыбка. Всегда ты должен улыбаться.